белорусы. 2 года назад вы показали миру, что не являетесь безмолвной толпой. Несмотря на зверство ОМОНа, вы протестовали против режима Лукашенко. На площадях, на улицах, в автомобилях и даже дома. Россия использует государство Беларусь в преступной войне против Украины. Российское правительство рассчитывает на помощь вооруженных сил Беларуси. Это не ваша война, а война Путина и Лукашенко. Протестуйте. На площадях, на улицах, в автомобилях и даже дома. Лукашенко не должен перейти границу.